Не знаю, мне нравится. А вы все время таким были? Ну вот по Череповцу вы таким были. Больным? Больным на голову? Ну таким. Ну почему больным на голову? Я считаю, наоборот. Нет, Наташа, конечно, нет. Получается, работа как хобби, хобби как работа. Даже не замечаю, где разница. Евгений Иванович, скажите, пожалуйста, что надо сделать женщине, чтобы на нее обратили внимание? Или нет? Вот так вопрос. На какую женщину обращает внимание? Вот вокруг нас столько много женщин, и чуть меньше мужчин. Ну, это статистика. С другой стороны, как обратить на себя внимание? Ну, в первую очередь, знаете, быть немножко дурой, немножко интеллигентной, немножко умной, немножко привлекательной, немножко обаятельной, да, вот немножко симпатичной, немножко корявой, немножко, то есть все вот по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Вот когда женщина состоит из вот ряда изъян, и вот когда изъянка одна, первая, вторая, третья, десятая, и самое главное, это не показывать мозги на лицо. Вот это, да. Даже так, мозги на лицо не да, надо. Да, это никому не нужно. Евгений Иванович, вы очень долго работаете в индустрии красоты. И вот я видела, как в Череповце к вам приходят театр моды девочки, да, приходят поучаствовать в конкурсе «Мисс Северсталь». Вот они приходят такими обычными, а выходят уверенными, смелыми, красивыми. Что вы такое делаете? Что надо делать для этого? Наверное, знаете что? Во-первых, как всегда бывает, как вот что пошлешь, то и получишь. Вот на какие буквы пошлешь, на такие тебя пошлют. Поэтому я думаю, что это обратная, взаимообратная связь такая, она необходима. Потому что любому абсолютно входит человек, заходит то ли мужчина, то ли женщина в частности. Да? Конечно, немножко зажатые, немножко неуверенные, потому что они приходят в новую атмосферу, к новому человеку. Может быть, уже они знают, к кому они приходят, и знают, что это за словом «карман» может не полезет. Вот, лучше бы полез. Угу. Вот, и здесь надо просто встретить, знаете, улыбка ведь она иногда, она как женщину раздевает. А там все равны. Поэтому улыбкой, здравствуйте, молодец, ой, какая вы красивая, да скажи, что вам жалко, что ли? Это же не денег занять, понимаете, не ипотеку дать вам, понимаете, скажите хорошие слова, улыбнитесь, понимаете, поздоровайтесь, поцелуйте ручку на ручку и поцелуйте свою ручку, вот ее, ну какая вам, делайте обманки. Евгений Иванович. Вот у меня, знаете, какой вопрос? Вот ваш, вот вы сказали все точно, все правильно, так, наверное, и должно быть. Правильно, наверное, нет, как бы. Ну да, но советы отличные. Все-таки ваш идеал женщины. Почему такой вздох? Ну, я сразу представила свою жену Нелли Григорьевну. Вот. Ну, она идеал, пусть будет дома. А вне, наверное, вы знаете, у меня нет идеала, правда, у меня нет идеала, и это очень правильно, потому что невозможно и не нужно это строить вот только такая, вот за такой бы, вот, пополз бы, там, понимаете, на край земли. Ну, во-первых, я никогда даже за такой не поползу, я ленивый, я не поползу. Мол, ну, если ты хочешь на край, ну ладно, я пропущу вперед женщину и посмотрю с обрыва. Вот, но идеал... Конечно, не идеал, а вот стремление к какому-то синтезу, такому какому-то собирательному образу, да, это вот та не веселушка, но юморная, но раскрепощенная, но эмоциональная, прежде всего, да, динамичная, которая может поддержать и компанию, и самого тебя иногда в трудную минуту вытащить. Знаете, не всегда хочется веселиться и бурлить, и кипеть, вот, а иногда каким-то там манком, каким-то шлепком, ну, Женька, пошли, это, ну, условно, понимаете, вот каким-то таким манком, вот, знаете, когда не парятся они, убрана постель, не убрана, стирана, не стирана, дети там вот, ну, поели-поели, убрали, не убрали, понимаете, вот чтобы не был, потому что дети, они вырастают и уходят, потом остается два человека, и возникает, что, а с чем они остались-то, они все порушили, и идеал-то, скорее всего, к тому, чтобы женщины стремились к мудрости, не к уму, а чтобы они все-таки приобретали жизнью мудрость бытия, размышления, кто вокруг них, для чего они, вообще для чего они. Потому что это вот нельзя там мать, родина мать и так далее, и так далее. Вот символы к чему. И стремление
быть земной, быть настоящей, быть вот опорой, быть эмоциональной. Вот скорее вот это, наверное, образ, чем такой. Понятно, все понятно. Евгений Иванович, у вас тут реквизит? Да, сейчас у меня реквизит. Но я вот хотел бы, знаете, как бы, может быть, одну из нюансов такой припомнить. Знаете, вот мужчинам я советую, прежде всего, на женщину смотреть немножко вот так. Не полным взглядом, не надо ее полностью оценивать. Ее чуть-чуть наискосок. И она вам покажется, слушайте, какая креативная, какая интересная. А этот искосок... Он придает и женщине, ну какой заигривость, какой игривый. Ты подумай, какой он, что он это. Вот, хоть на один, хоть на другой, хоть так, хоть вот так. Вам... Это не важно, понимаете, это не важно. Можно как угодно, можно и моряком пристать, и кем вот. Но и самое главное, чтобы мужчина не накидывал на женщину удавку, а накидывал на нее красивый шарф. Да, чтобы это был как маленькая деталь, чего ему не хватает в ней, а ей не хватает элемента, может быть, разрушить стереотип. И вот, может быть, вот какие-то маленькие детали, да, и пусть они придадут необыденность, пусть они придадут некую игру, пусть вообще по жизни надо немножко играть. Ну, то есть это было такое пожелание, да? Да. На преддверии 8 марта. Да, играйте. Женщины, играйте. Спасибо большое, Евгений Иванович. Я иногда говорю, что найдите паузу у меня и закройте мне рот. Находят? Нет. Это невозможно. Дайте я вас обниму, позаряжусь энергией от вас. Спасибо вам большое. Спасибо, что приехали. Ну, простите, что если не то. Все хорошо. Порежьте, как обычно, покомсайте.